Тебе надо в механике уже перепрофилироваться. Хватит бездельничать, смотри, сколько в тебе потенциала. Ты вон даже жопой в воде, но работаешь. У меня механики не все такие попадались. Да вот последний пункт постоянно такой вот, самый проблемный. Давай, давай. Настоящий мужчина. Рычагом никак не зацепишь, а только ногами. Рычагом пытался. Да я понимаю. Я тебе даже морально помогу пока. Смотри, поднимайся, идет. Тряпка. Давление идет. Как долбанет, да это не давление, это остаточное. Просто с настройки стекает столб воды. Насос-то стоит. Я и так стараюсь включить твои двои шприцы, не помять. А что, он не держит, да, этот клапан? Ну, видишь, текет постоянно. Вообще все пошло. На мне давать. Тебе ничего нормально задницей сидеть в воде? Да, что я бы что-нибудь взял бы. Я что, воды боюсь, она тепленькая. Геморрой не вылезет. Да, да. Обработочка. Санобработка, да? Кто искали, что я не работаю на палубе? Филины там корму красят. Да пускай красят. А эти борт заливают краской справа. Просто тупо льют? Не знаю. Пока красиво. Через месяц видно будет, лили они или что. Через вчера... месяц оно все такое же будет. Вырезал дырку, чтоб клапан не тек, как это. Ну хватит тебе позорить, а позорить. Дырка нужна. Как его накидывать штурмана, блядь. Да вырежу, я знал, да. На эту камеру зум сделал, увеличил, как в бинокль посмотрел. Только в два раза дальше. Бинокль у нас сколько? 12 крат на мосту, да? Да. А здесь 25. Ты поменял, да? Ну, пришлось болгаркой отбить. Ну, вот видишь, я же тебе говорил, что ты все равно придешь к тому, что я тебе сказал. Да человек какой стал похож. Жопа-то высохла, но ты наш человек, да. А то все в это, а то все в шортиках, да футболочки на ты мостике. Еще по своей наивности на палубе работаешь, гайки крутишь. Другой бы штурман на палубе вышел. Ой. Работаем, весь. Красавчик. Видно, что работаю. Отрабатываю свой контракт, как положено. Ну, как шла, так... 55 дней.
Thank you.